настроение великолепное, мы готовы побеждать. Именно с таким настроением ребята из 6-го лицея приехали в Заречье на финал Кубка школ Одинцовского городского округа по интеллектуальной игре «Подмосковье». Один из участников, Максим Сонькин, рассказал, что его команда очень дружная. Готовились все вместе, но каждый по своему направлению. Кто-то лучше разбирается в литературе, кто-то в музыке, а кто-то в кинематографе. Неважно, какой будет результат, потому что готовимся к худшему, надеемся на лучшее, как говорится. Пойдем погуляем по Москве ночной. Любим гулять. Вместе всегда время проводим. Проект «Подмосковье» – это серия интеллектуальных игр в популярном формате квиза. Молодежь приходит после работы или учебы отдохнуть и зарядиться энергией. Вопросы подбираются таким образом, чтобы можно было найти ответ логически, опираясь на базовые знания и общеизвестные факты. Обычно тематический спектр вопросов довольно широк. Литература, кино, физика, химия, также театр, какое-то актерское мастерство, музыкальные вопросы. Сферы абсолютно затронуты все. Здесь вот прямо если углубляться, то это очень долго придется перечислять, потому что это максимум. Это мы делаем для того, чтобы люди расширили свой кругозор, вышли за рамки. В этот раз в игре участвовали 9 команд, набравшие наибольшее количество баллов на отборочном этапе и проявившие большой интерес к игре. Дети некоторые ехали сюда, добирались даже по 1,5 часа, ну, из далеких уголков Одинцовского городского округа, но они все равно приехали с таким воодушевленным подъемом, радостные, и нам отрадно видеть их именно такими заинтересованными и счастливыми. Алексей Проскурин в рамках партийного проекта «Единая Россия. Локомотивы роста» приехал поддержать участников игры. По его словам, не каждый взрослый сможет дать ответы на некоторые из вопросов. Тем не менее, все школьники показали очень высокие результаты. А победу одержала Одинцовская гимназия номер 4, набрав наибольшее количество баллов. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».